В Апатитской службе судебных приставов в преддверии Дня Победы сотрудникам отделов Апатитов Кировской и других городов Мурманской области вручили медали за успешную работу. После гимна начинается чествование, приуроченное к 72-й годовщине Победы. Медали разной степени получают лучшие сотрудники отделов Кировска, Апатитов, Кандалакши и Мончегорска. Басалаева Ирина Викторовна, заместитель начальника отдела судебных приставов города Кировска. Награду вручает главный пристав Мурманской области Василий Ларин. Вчера мы проводили также мероприятие в городе Герои Мурманске. Были приведены присяги 10 судебных приставов по УПДС. Это памятника защитникам Заполярья, всем известного Алёши. Была проведена встреча с ветеранами, очень интересная встреча. Сейчас только что мы обсуждали, был такой ветеран Журин, которому уже 90 лет, он еще и книги пишет. Награды говорят о безупречной службе, усердии на протяжении многих лет. Начальник отдела судебных приставов Мончегорска Сергей Третьяк получает медаль второй степени за 14 лет работы. Обеспечивал безопасность суда, ни разу не пропустил в здание людей с ножом, газовым баллончиком или кастетом. Определял злоумышленников точно, как металлодетектор. Как правило, все утверждают, что у вас нет, это просто забыл выложить дома и так далее. Впрямую так, чтобы заявить о том, что я пришел, например, там совершить нападение на работника суда, да? Это, конечно, никто так не скажет. Стойкий характер и внимательность нужны и для работы с должниками. Многие в этом зале не понаслышке знают всю сложность процедур по аресту или изъятию имущества. Но в предпраздничную пятницу приставы не хотят говорить о повседневных буднях, а поют песни. Вы простите мне разлуки грешность. Время закрутило, занесло. «Пусть ваш дом хранит любовь и нежность» – звучат слова песни. К этим строчкам в исполнении судебных приставов хочется добавить – жилище сохранит еще и своевременная уплата долгов.